Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики! И после предыдущей серии я не удержался и решил сразу же записать следующее. Просто эмоции прям так нахлынули. Хочется посмотреть, что же нас будет ожидать дальше, ведь на этом квест не закончен. Осмотрите пораженную область. Если вы не смотрели предыдущую серию, напоминаю, чем это закончилось. Мы активировали этого робота. А, это внизу нам надо, да? Помните, рука у него поднялась. Кстати, посмотрите, это было просто невероятно. Самая лучшая сюжетка, самое лучшее задание. И я даже не знаю, как лучше описать. Это просто невероятно. Я был в шоке от того, что я увидел. Ух ты, а этот молодой человек опять же. Арарикан, что ты тут делаешь? Рарикан закончил высаживать цветок и ждет вас. Но что-то отвалилось от Великой Железной Горы и чуть не упало на Арарикана. Ой, извини, это мы. Пайман, ни за что не извиняйся, с Арариканом все в порядке. Я быстро бегаю, поэтому на него... А, ну типа на меня это ничего не упало. Мы рады, что ты в порядке. Кажется, рука, которая отвалилась от робота, пробила вход в руины. Ну, хоть что-то. Давайте спустимся и осмотримся. Вдруг там нас ждет что-то страшное. Рарикан идет с вами. Да, я тут, естественно. Поехали, спуск в пещеру Дева. Ух, я аж прям в шоке, ребят. Если вы еще не подписаны, то пришло время подписаться прямо сейчас. Нажмите на красную кнопочку под видео. Подпишитесь на канал. Напишите комментарий, поставьте лайк и нажмите на колокольчик. Ну а пока я пытаюсь понять вообще, что здесь сделать. Это какое-то безумие, с учетом того, что я провалился вниз. А скорее всего, нам просто вообще сюда и не надо. Здесь такая же музыка интересная, как и в предыдущей серии, когда мы зашли в этого робота. Исследуйте руины. О, тут телепорт есть. Прекрасно. Давайте просто двигаться дальше. Там уже само собой все будет понятно. Ага, вижу этих ребят. Ну, туда нам туда, видимо. Поехали. Это маги бездны. Все-таки здесь замешан орден бездны. Можно как-нибудь добить? Я понимаю, что там вода и тому подобное, но... А, ладно, это все делается таким образом. Кадзуха с такими ребятами очень быстро разбирается. Ветки, ветки. Так, секунду. А, продолжайте исследование, естественно. Ой-ё. Куда нас это приведет, я не знаю. Так, все понятно, все понятно. Тут, в принципе, ни о чем особого-то нет. Хотя это можно пособирать. Это что такое? Там есть ядро, скорее всего, внутри. Наверное, это светящаяся штука. И есть ядро хаоса, которое мы слышали от Джазари. Оно под ветвями и лозами, но кажется, из этой штуки что-то вытекает. Рарикан чувствует, какая штука грязная. От нее лес болеет. Ох, кажется, маги бездны что-то тут замышляют, а это не может быть чем-то хорошим. Джазари говорил лишь о том, что печать ядра была уничтожена. Наверняка это проделки магов бездны. В общем, пусть Рарикан да подождет снаружи, а мы тут все разберемся. Поворот сюжета, продолжение, я бы сказал бы, не менее эпично. Так, ну вот это уже просто издевательство. Хорошо, что у меня в команде есть Елань. Кажется, силы веток восстанавливается, маги бездны к этому приложили, видимо, свои руки. Давайте прогоним оставшихся магов. Ну, я не против, я не против. А, тут, кстати, даже отмечается, где они находятся. Ну, давайте. Ой, извините. В этот раз ситуация немножко накалилась, я могу потерять персонажа. Так, а куда второй-то делся? Надеюсь, он уже отлетел? А, все, отлетел. Реально?
Угу. Два из трех. Замечательно. Потому что ты дальше можно, кстати, пройти, но я думаю, что рановато нам пока туда идти. Так, судя по всему, это вообще находится в другом... в другом конце. Давайте, я зацеплюсь, я уверен в этом. Есть, есть, буква Т! Было очень близко! Подождите, а где эти ребята? Так. Я их слышу. А неужели где-то внизу, может быть, есть другой путь? Эти ребята могли где-то скрыться. Где-то здесь они свои дела-то прав. Не, ну это же бред. А ну-ка. Маги бездны находятся где-то здесь. Опять вот эти вот жуткие места, где фиг поймешь на самом деле, где. Вот где они? А, сверху! Ладно, извиняюсь, это была моя ошибка. Ну, рельеф нестандартный, сами понимаете. О, развлекаются, смотрите-ка, развлекаются. Здравствуйте, как у вас дела? Может, к вам на пати? Ну ладно, разберемся с вами быстро очень. Теперь Орден Бездны не сможет взломать печати, но отсюда все время выходит грязь. Давайте посмотрим поближе. Доберитесь до устройства деактивации. Ой, они тут что-то копают. Не будем. А, может быть и будем? А ну, секунду, ребят, у вас тут сокровище? Я буквально на секундочку. Что у вас тут? Копье. А здесь? Книжка. Ну, особо это, конечно же, нам ничего не дает, но тем не менее. О, да, ну конечно. Я думаю, что нам тут явно туда надо, да? Ядро. Это устройство постоянно исторгает энергию. Ты. Жесть. Ну, а ну-ка, давай-ка покажем ему. А, это вы невежи. Мы не собираемся что-то там делать. Почему вы отвергаете это благословение? Нечто из-под земли, ребята. Если вы будете цепляться за то, что у вас перед глазами, вы ослепнете, вы уничтожаете лес, и не надо тут придумывать отговорки. А, действительно, до свидания. Ой. Он, нет, у него вторая фаза будет. Там что? Ну, ребят, узнал, да? А можно, ну, Елань, я знаю, что ты умеешь кое-что еще посерьезнее. А я чувствую, нет, была ошибка. Я чувствую, потеряю его, конечно. Ой-ой-ой-ой! Так его так легко было изначально победить на первой стадии. Вы че, серьезно, когда у него появляется это безумие, просто невозможно пробить его. Но если бы Елань могла бы что-то сделать... В общем, Пайман расправился с этим странным чудовищем. Мы должны поскорее найти способ вернуться сюда и отключить ядро. А, да, реально, кстати, а как туда попасть? Да, 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 да. Да! Попытка номер два. Нельзя переключить... А, не понимаю. Выключить устройство. Что будет? А, и все? Наконец-то мы выключили эту штуку. Больше лес не будет страдать. А постепенно он отправится от этого страшного недуга. Оправится. Так, покиньте подземелье. Покиньте подземелье. А, ну, давайте покинем его честным путем. Честным путем покинем. А здесь выход, да, у нас? Да, хорошо, что я честным путем покидаю. Так, подождите. Поговорите с Рариканом. А этот Рарикан, судя по всему, находится где-то сверху, да?
Ну, о, да, здесь гриб есть. Ладно, давайте двигаться так, как нам, в принципе, и говорят. И в воздухе сразу будто свежее стал, да? И, к сожалению, давайте скорее вернемся и поделимся с Радиканом хорошими новостями. Мне такое чувство, что на этом как бы не будет закончен квест. Уф, мы почти закончили. Опасное было путешествие, да? Давай расскажем Джазаре. Кстати, если он знает про ядра, точнее ядро, то он может помочь нам с финансированием. Но Пайман не хочет в Академию Максиплей, ты ведь тоже не хочешь? Пока мы не знаем, какое отношение воплощение Мараны имеет к Ордену Бездны, но мы можем попробовать сделать хорошее дело и исцелить лес. Ох, спасибо вам большое за помощь. Да не за что, не за что. И чем ты займешься теперь? Рарикан собирается посетить праздник Уцавы. Но его очень беспокоит болезнь леса. Злые штуки, из-за которых лес заболел, могут вернуться. Рарикан будет охранять лес, поэтому после завершения праздника Уцавы Рарикан вернется сюда. Ох, вы такие преданные все. Если Арарикану потребуется помощь, обращайся к нам. Да, мы с удовольствием. Береги себя, скоро увидимся. О, достижение. Ну мы тут довольно давно, интересно, как там Рана. Надеюсь, она в порядке, пойдем проведаем ее. Да, смотрите, ради лучшего соединения. Это получается, мы завершили цепочку, да? А давайте просто посмотрим, заглянем в волшебную нашу книженцию. Ух ты. Использовать. Ну, давайте почитаем книжку. Смотрите, вы... Да, вы помогли. Помогли на четвертой главе, и в третьей главе, и во второй не помогли до конца. Ради лучшего соединения. Видите, сначала нам нужно, видимо, закончить именно этот квест. А потом будет у нас праздник Уцавы, который я с нетерпением жду, но это мы увидим уже завтра, точнее, в ближайшее время, ну, точнее, завтра. И увидимся, естественно, в любом случае. Красная кнопка под видео для этого существует, поэтому вы можете нажать на нее, если еще не нажимали, и написать комментарий, если еще не писали. А если вы еще не поставили лайк, обязательно поставьте, и колокольчик не забудьте нажать, а то не пропустите следующие серии. Еще раз спасибо за просмотр, смотрите мои видео до конца, без перемотки, для меня это очень важно. И до новых встреч, пока-пока.